Это автодом на базе Лада Гранта, и сейчас я расскажу тебе о самых интересных особенностях этого автомобиля. Поехали! Эти дома делает в России компания «Автокемперпром», а производство ее находится в Коломне, куда мы и приехали снимать эту тачку. То есть вот это все сделано в России. В этом кемпере есть полноценный туалет и даже душ. А еще в этой Гранте есть полноценная плита, раковина для мойки овощей, а внизу располагается холодильник. Наконец, это Гранта с самым большим количеством обычных 220-вольтовых розеток. Их в жилом модуле несколько. Обо всех фишках этого автодома мы рассказали в большом обзоре, смотрите его у нас на всех каналах. Ну а если вы прямо сейчас ищете себе кемпер, то скачивайте приложение Автору, заходите в соответствующий раздел и ищите автодом, который вам понравится. Например, вот этот. Ну красота.